В микрорайоне космонавтов в библиотеке православной культуры на днях прошло благотворительное мероприятие для юных днетровчан с ограниченными возможностями здоровья. 8-й год подряд волонтеры сообщества «Счастье есть Дмитров» проводят новогодние представления для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и особенных детей-инвалидов. Наверное, это все-таки больше сказкотерапия. Это очень большой плюс для таких деток, для обычных деток тоже. И для наших деток это прям, наверное, огромное подспорье. И сказку ждут не только дети, но и взрослые. И сегодня будут помимо детей присутствовать взрослые с ОВЗ, с Дома доброты. Достаточно большое количество. Все будут в сказке, все попадут в сказку. Волшебство. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой новогоднее представление вели Алиса с кроликом из «Страны чудес» и Леся. А в помощниках у них были Пикачу, единорожка и наидобрейший белый мишка. В этом зале все друзья. И раз, два, три. Мы и ты, и я. И раз, два, три. Перед гостями выступили сольными номерами Егор Фисенко и Кирилл Лирик, Елена Афандиева и Алексей Мальс, выпускница Дмитровской детской школы искусств Садат Масимова. Ребята из 8-й школы со своими педагогами подготовили веселый танец. Волонтеры сообщества «Счастье есть Дмитров» выражают искреннюю благодарность всем, кто помог организовать этот благотворительный детский праздник в православной библиотеке.